Друзья мои, меня зовут Ирина, и я очень рада видеть вас на моем канале. И если сейчас вы спросите, что это, то я отвечу вам, что это 3,5 килограмма счастья. Ко мне приехала посылка, как вы видите, из Кемеровской области от Светы. У нее свой канал на Ютубе, называется он «Светланка, Светланка». Я с удовольствием оставлю на него ссылочку в описании. Мы со Светой познакомились на почве общего увлечения кусковым мылом. У нее прекраснейшая коллекция. Обзор на эту коллекцию вы можете посмотреть на канале у Светы. И мы с ней договорились обменяться мыльными посылками. Конечно, мы там выясняли предпочтения, интересы друг друга в этом направлении. Но я, если честно, ждала просто мыла. Но Света настолько внимательная и добрейшей души человек, что ко мне приехало, конечно, не только мыло. Здесь куча всяких интересностей. Давайте я уберу уже коробку из кадра и начну вам все показывать. Я на таких эмоциях, как бы уже несколько дней, как я получила посылку, просто, к сожалению, не смогла сразу отснять. Ой, эмоции просто зашкаливают. Здесь столько всего интересного, необычного. Во-первых, еще хочу отметить, насколько все было классно упаковано, просто потрясающе, в красивую бумагу. Я каждую единицу, так скажем, товара, назовем, разворачивала, распаковывала. Я не знала, что там внутри. Это такой детский восторг, это такая безудержная радость. Света, спасибо тебе не только за содержимое посылки, но и за те эмоции, которые ты мне подарила. Итак, давайте начнем. Если честно, даже не знаю, с чего начать. Наверное, давайте с того, что был сверху посылки. Там заботливо лежало вот такой вот полотенчик небольшой для рук. Светочка, с удовольствием буду им пользоваться. А размер у него указан. Да, 30 на 60. Русские узоры. В общем, классно. С удовольствием буду пользоваться им. Это действительно такая память на долгое время о человеке. Дальше была открытка. Мне очень повезло, что я тебя знаю. И дальше там продолжение внутри. Но позвольте мне уже как бы сохранить это в тайне, поскольку все-таки это как бы содержание писем, открыток, это немножко личное. Свет, мне было очень приятно читать все эти слова. Я очень тронута. Спасибо огромное. Это так, ну правда, трогательно. Очень рада, что вы дорожите знакомством со мной. Надеюсь, вас не разочаровать. Дальше покажу вкусняшки. Шоколад вдохновение классический. Мне уже не терпится его съесть. Я очень люблю такой шоколад. Классно. Дальше была вот такая коробочка. Тоже с открыточкой, с надписью. Я долго думала, что же там такое. А там было печенье с предсказанием. Представляете, я, конечно, уже не удержалась. Его съела. И сейчас покажу, что же предсказала мне Света. А предсказала она мне, чтобы в моем доме почаще звенел смех родных и друзей. Вы знаете, наверное, это самое ценное, что может быть в этой жизни. Когда с тобой рядом близкие, любимые люди, и когда они счастливы. Ой, Свет, спасибо, прям не могу. Я вот сейчас говорю, у меня уже прям мурашки. Дальше. Когда Света спросила, ну, как бы, что я хочу получить в посылке, я имела наглость попросить у нее магнитик с видом города. Она из города Новокузнецк. Я потому что магниты коллекционирую всегда, если сама куда-то еду или, ну, там родные друзья из поездок мне привозят магнитики в мою коллекцию. В общем, Света мне два вот таких магнита потрясающих прислала с видами ее города.
Очень классные, мне очень понравились. Особенно вот этот очень оригинальный. Но это было еще не все. Поскольку посылка ко мне приехала на пасхальной неделе, вот такой вот магнитик с поздравлением с Пасхой. Спасибо огромное, Свет. И вот такая магнитная закладочка с памятником в Новокузнецке. Я как поняла, это памятник 50-летию СССР. Надеюсь, я правильно запомнила. А запомнила это я, знаете, откуда? Сейчас я вам покажу. Ко мне также приехал вот такой потрясающий набор открыток про город-сад Новокузнецк от Света. Давайте, кстати, вот проверим, права я была или нет. Сейчас я быстренько вам покажу виды этого замечательно красивого города. И как раз вот то, что было на закладке. Да, это мемориал 50 лет СССР. То есть я правильно запомнила. Вообще, я очень люблю вот такие наборы открыток. И когда где-то бываю, тоже их стараюсь приобретать. Потому что, ну, на самом деле, такие качественные фотографии сама не сделаешь. А вообще, это, конечно, хорошая память о поездке. Можно рассказать, поделиться впечатлениями с родными, с друзьями. Свет, спасибо огромное. Я на самом деле очень как бы вот рада таким подаркам памятным. Здорово. Света знает также о моем увлечении блокнотами, тетрадями, канцелярскими товарами. Она меня, конечно, тоже побаловала. Прислала мне вот две таких потрясающих тетради. Они создают прекрасное весеннее настроение. Особенно интересно вот это. Интересно, чем? Сейчас покажу. Видите, у нее какие классные развороты первые. Ну и качество бумаги в обеих тетрадях очень хорошее. Это они в клеточку, 48 листов. Но это, в общем, классно. Как говорится, всегда пригодится. Дальше в моей посылочке были письменные принадлежности. Такие прям девочки-девочки. Карандашик Адель и Бруно Висконти ручка. С вот такими милыми котейками. Все такое девчачье, все такое весеннее, яркое, создающее настроение. Как любят говорить: Света, твоя посылка сделала мой день. Это прям даже, наверное, не день, а всю неделю я хожу под впечатлением просто потрясающим. Дальше Света меня просто шокировала, ну, как сказать, в хорошем смысле этого слова. Она исполнила мою мечту, причем я о ней с ней даже не говорила. Видимо, я у кого-то, я даже знаю, у кого, по-моему, у Наташи Киселевой я под роликом оставила комментарий, что классные блокноты, по-моему, так было дело, если не изменяет мне память. Как же я их хотела. Это жизнь в цитатах, записные книжки с высказываниями Коко Шанель и Фаины Раневской. Это просто. Я пока еще все не прочитала, только часть, но очень интересно, конечно. Я безумно счастлива, особенно Фаина Раневская, но это просто как бы ее высказывания уже ушли в народ в качестве анекдотов. Ну, в общем, это просто, это супер, это классно. Света, я так благодарна. Я даже не найду тех слов, которые бы выразили мою к тебе признательность. Дальше, что было еще интересного в моей посылочке? Крем для рук. Тати, насколько я понимаю, это комплексный крем для рук с экстрактом оливы, с пантенолом. Кстати, вот пробовала средства с пантенолом. Хороший эффект они оказывают на мою кожу. 75 миллилитров здесь. Ни разу не видела такой крем у нас в продаже. Очень интересно будет с ним познакомиться. Спасибо огромное. Так, немножечко сейчас сдвину. Дальше. Экотерапия, кокосовый рай, коктейль для принятия ванн. Это пена для ванн с морской солью, как я поняла, или морская соль с пеной для ванн. Короче, это, я так поняла, что пакетик на один раз.
Аромат прекрасный. Кокос слышится даже сквозь упаковку. Света, в ближайшее время я сделаю себе такую ванну. Это я вам обещаю. Так. Ну что ж, а теперь переходим к самому интересному, к мылу. Ребят, я все, что смогу, постараюсь распаковать, показать. Ну, как бы мне не все кусочки хотелось бы распаковывать сейчас именно. Ну, давайте посмотрим, что получится. Начну с Долана, который Света мне прислала. Я, к сожалению, недавно делала заказ, и немножечко повторы у нас получились, но... Что такое повторы для любителей мыла? Ха, это же только лучше, это классно вообще. Значит, у меня теперь не один классный кусочек мыла, а целых два. Вот глицериновое мыло от Долан с оливкой и с миндалем. У меня теперь по два кусочка. Ха-ха-ха, я очень этому рада. Также есть у меня вот такой кусочек от Долан Fruits со сливой. Теперь есть у меня и второй. И дальше уже пошли новиночки, которых у меня нет. Это Долан Fruits апельсин. Аромат ярко выраженный. Вроде бы апельсин, но знаете, он такой все-таки довольно-таки химозный. Давайте посмотрим, потому что я знаю, как выглядит слива. Она белого цвета, но, кстати, апельсин тоже. И хочу сказать, вот из всех линеек Долан, что я как бы видела, пробовала, вот это вот наименее удачное по ароматам. Так, дальше. Вот такого мыла у меня еще нет в коллекции, и я безумно рада, что оно у меня появилось. Это белое хозяйственное мыло от Долан с ароматом лаванды. Здесь 110 грамм. Он потрясающе нежно пахнет лавандой даже сквозь упаковку, поэтому позволю его себе не вскрывать. Пусть пока полежит в запасах. Супер! Ой, я такая радостная, правда. Дальше, что хочу вам показать. Чтобы от турецкого мыла далеко не уходить, кусочек Activix. Свет мне прислал, это Original. Вид мыла называется Original. Антибактериальное мыло для рук. С увлажняющим глицерином. У нас такие мыла продают вот с рыженьким треугольничком и с синим. Я еще пока не приобретала, и хорошо. Вот теперь он у меня благодаря Свете появился. Эти мыльцы изготавливает тот же производитель, что и мыло Дуру. Давайте посмотрим. Ой, прикольно. Он внешне очень похож на Дуру. Посмотрите. Такие же полосочки. Интересная очень форма у него. Такая вот, не знаю, вот так вот, наверное, вам будет видно. Она немножко волнообразная. А какой классный аромат! Вы знаете, напоминает мне какой-то парфюм из моей юности. Вот сейчас не вспомню. Ну, такой, знаете, недорогой. Ну, что себе могла позволить девочка средних классов? Ой! Просто супер. Здорово. Такой очень приятный аромат. Классно. С удовольствием буду пользоваться. Светочка, спасибо тебе огромное. Я это, наверное, сегодня еще миллион раз скажу. Так, что же вам показать следующим? Ну, покажу два мыльца, которые вскрыть пока, наверное, не смогу. Я, насколько поняла, это... Это корейское мыло, да. Очищающее мыло пилинг с древесным углем. Здесь довольно-таки большой кусочек, 150 грамм. Такого нет еще у меня в коллекции. Очень будет интересно протестировать. Вот. Прикольно. И еще одно мыльце из этой линейки. Тоже 150 грамм. Очищающее мыло пилинг с экстрактом оливок.
Вот таким образом выглядит упаковочка. Тоже будет очень интересно протестировать. Знаете, упаковка на ощупь очень приятная, она такая гладенькая. Здорово. Дальше. Приехала ко мне от Светы в подарок мыло, которое произведено, сейчас скажу где, в Узбекистане. Силк она называется, 100 грамм в кусочке. Вот первая упаковочка. Это крем-мыло «Жемчуг сияния». Давайте посмотрим, как оно выглядит. Мне очень интересно. Потому что я у нас такое мыло не видела. Посмотрите, довольно интересный кусочек необычной формы со штампиком. Сейчас скажу, что по аромату. Знаете, такой очень приятный цветочно-пудровый аромат. Я не могу сказать конкретно, чем пахнет. Ну, прикольно. Так, дальше. Еще одно мыло от Silk. Уже с ароматом персика. Интересно, будет ли оно цветным или белым? Да, оно цветное. Супер, супер, супер. Так. Не поддается она. Сейчас постараюсь за кадром вынуть. Осилила. Нежно-персикового цвета, действительно. Ой, какой классный аромат. Правда, персик. И вы знаете, я могу сказать, что довольно-таки натуральный, сочный, свежий. Спасибо, Света. Супер. Я такая радостная. Так, и последняя мылка из этой коллекции. Это натуральная оливковая, как я понимаю. Ой, она тоже цветное. Здорово. Мне, знаете, интересно, когда все-таки мыло цветное. Так, давайте тоже за кадром его. Ну, как-то очень крепко они сидят в упаковочке. Итак, посмотрите, какое нежного мятного цвета оно. Кстати, экран более его насыщенным передает. Ну, не знаю, насколько тут оливками пахнет, но аромат приятный. Как я люблю говорить, чистоты и свежести. Хорошие, с удовольствием буду пользоваться. Конечно, это вообще редкие мылки, редкие для меня. Так, так все классно, так все здорово. Давайте дальше. Ой, мечтала я о мыле от белорусского производителя Lenom, потому что у нас его в свободном доступе нет, а как-то заказ я еще пока не делала по нему, хотя в планах есть. Света мне прислала мыло туалетное твердое с активированным углем. В нем 140 грамм, вернее, наверное, сказать, активированным углем. Вот. Будет очень интересно его протестировать. Оно темненькое такое внутри. Здорово. Вот такой малышка. Такая малышка. Хуторское. Натуральное туалетное мыло. Здесь 75 грамм. Очень интересная и необычная форма кусочка. Такое приятное шуршание для уха. Мыло Мана. Ну и последний кусочек от Lenom. Это крем-мыло интенсивное увлажнение натуральное. Вот это я все-таки, наверное, не удержусь. Вскрою. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Так, я аккуратно вскрыла упаковочку для коллекции. В нем 85 грамм. Оно просто белого цвета.
и очень интересной, необычной формы. Здесь есть штампик. Аромат такой, ну, как бы не совсем оливковый. Знаете, кремом каким-то пахнет. Причем такой нежный аромат, ненасыщенный. Должно обеспечивать это мыло интенсивное увлажнение. В принципе, на ощупь оно очень приятное. Напоминает мыло Dove. Вот, по ощущениям в руке. В общем, классно. Я очень довольна, что теперь у меня это мыло есть. И мне, знаете, очень нравится вот эта такая в белорусском стиле упаковочка. Здоровская. Света, вы сделали меня счастливым человеком. Так, давайте смотреть дальше. Только я в недавнем своем видео сказала о том, что хочу собрать коллекцию маленьких отельных мыл, как Света мне в посылочке одно такое положила. Это мыло китайского производства, 25 грамм всего. Сейчас я вам покажу, какая это милая малышка. Мне, например, очень понравился кусочек своей миниатюрностью, оригинальностью. И заявлено, что полностью из натуральных компонентов этот кусочек. Ну да, он какими-то, знаете, травками пахнет. Приятный травяной аромат. Здорово. Честно говоря, не думаю, что буду тратить это мыло. Скорее всего, сохраню его в коллекции. Как на память. Так, дальше. Еще одно просто суперское мыло ко мне приехало. Спа-мыло с аргановым маслом. Я так понимаю, это, наверное, какая-то ручная работа. Мыло глицериновое, питательное, ручной работы. Производится оно в Москве, в городе... В Московской области, простите, в городе Коломна. Вот из таких квадратиков отдельных оно состоит. Видите, даже немножечко отломилось. Но это, видимо, еще у производителя. Такой казус произошел. И сейчас попробую немножечко приоткрыть фольгу. Послушаем аромат. Какой классный. Знаете, очень напоминает какой-то парфюм с такими, как выразиться, пудровыми нотками. Вот, вспомнила слово. Супер! С удовольствием буду его пробовать. Оригинальная, конечно, упаковка, просто нет слов. В мою коллекцию это просто потрясающий экземпляр. Дальше, вообще просто, то, что прислала Света, у меня нет слов. Ко мне приехало мыло с голубой глины Алтынбай. Это традиции жителей Алтая, это также ручная работа. Причем Света мне написала, что это мыло используется непосредственно вот в этой холщовой обертке, которая, я так понимаю, заменяет собой мочалку. Пока не хочу распаковывать. Очень интересное мыло. Тоже темного цвета. Аромат. О, аромат просто божественный. Знаете, пахнет смесью трав и цветов. Мыло обещает продлить молодость, обладает подтягивающими свойствами, разглаживает морщины. Наверное, буду с ним умываться. Свет, спасибо огромное. Это вообще просто потрясающий, конечно, экземпляр. Я думаю, даже все-таки его потрачу для ухода за своей кожей. Не буду его хранить, потому что, ну, действительно, такими экземплярами хочется пользоваться, чтобы они принесли, ну, как бы, пользу
для вашей внешности. Дальше. Еще потрясающий раритетный кусочек ко мне приехал. Это «Свобода» Аралли и Ко, поставщик двора его императорского величества. Это крем-мыло с парфюмом, изготовлено к 175-летию АО «Свобода». Большой кусочек, здесь 150 грамм. Я очень хочу посмотреть, как оно выглядит. А вы? Давайте сделаем это вместе. Ну, в принципе, это, знаете, такой стандартный кусочек 150-граммового мыла от «Свободы». Так выглядит «Тик-Так», так выглядит «Алиса». О, аромат действительно парфюмированный, очень приятный. Но это, конечно, наверное, скорее всего, в коллекцию пойдет, потому что не знаю, когда еще у меня будет возможность заполучить такой кусочек. Ой, просто вот, я не знаю, я не могу передать свой восторг словами, друзья. Это настолько все потрясающе, замечательно, великолепно. Как хорошо, что есть такие люди, которые готовы поделиться с тобой самым редким, самым дорогим. Я почему сейчас об этом заговорила? Потому что у меня есть большое подозрение, что Света отдала мне кусочки из своей личной коллекции. Свет, если это так, то мне так жутко неудобно. Но я так вам, тебе вернее, благодарна. Посмотрите, как мне приехали совершенно потрясающие кусочки. Я никогда раньше не знала, что Брокарт делает туалетное мыло, пока я не увидела его у Светы в коллекции. И ко мне приехало два кусочка, груша и ягоды. У меня просто нет слов, у меня, правда, вот у меня, я просто несколько дней уже на эмоциях, у меня, если честно, слезы на глазах наворачиваются. Классные ароматы, очень такая интересная, забавная форма кусочков. Сейчас я вам второй покажу. Ой, у меня просто нет слов, просто нет слов. Это, ну, это просто... Простите меня за косноязычность, но вот сегодня так, да. Супер. В общем, вот такая, друзья, радость у меня в моей жизни случилась. Вот такая просто потрясающая посылка ко мне приехала от Светы. Света, еще раз тебе огромное спасибо. Я надеюсь, что те кусочки мыла, которые я тебе отправила, тоже будут для тебя редкостью, новинкой и создадут тебе такое же потрясающее настроение, которое создала мне твоя посылка. А вам, друзья, спасибо за просмотр, спасибо за разделенную радость. Ну и надеюсь, что вы увидели какие-то новые интересные для вас кусочки мыла. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч на моем канале. Буду рада вас видеть. Всё.